Продолжаем. Надежда Савченко прилетела в Москву, чтобы поддержать украинских националистов в суде. О приезде нардепа сообщил их адвокат Илья Новиков. Он также опубликовал фотографию Савченко у входа в здание Верховного суда. В мае Верховный суд Чечни вынес приговор двум националистам Николаю Корпюку и Станиславу Клыху. Они получили 22,5 года и 20 лет года колонии строгого режима. Обоих признали виновными в военных действиях на территории Чеченской республики в 1994-1995 годах против российских солдат. Также, по версии Следственного комитета, на стороне боевиков воевали украинские националисты Александр Музычко, Дмитрий Ярыш и Дмитрий Корчинский. Сама Савченко была осуждена в России на 22 года по обвинению в убийстве журналистов ИГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае Владимир Путин подписал указ о ее помиловании, после чего ее обменяли на двух осужденных на Украине россиян. Вы меня видели там или нет?